Да, странно, клеится. Что, короче, тогда люди, видимо, ничего не обсуждали. Они такие, мне что-то не нравится, я его застрелю нахуй. Я его застрелю нахуй прямо сейчас, поэтому я уеду. Подойди и спроси, что он с ней танцует. Да не-не, просто убью его. Зачем я... Чего буду спрашивать? Видно, блядь, надо убить его. Это охуенно в целом. Да ну, нет, слушай, не хотел, мне кажется, если бы они вот в тот например, момент... Прикинь, что бы сейчас в Москве начиналось. Вот просто вот как за все же можешь доебаться просто. Тогда ебаются. Да, но мы со временем, наше современное общество, в целях того, чтобы не так часто умирать, мы заменили фразу «дуэль» на фразу «да я тебе сейчас ебало разобью». И теперь вместо «дуэль» говорят люди «я тебе сейчас ебало разобью» такой «за что ты мне ебало разобьешь?» И пошел диалог. Да, только это было, это тоже ты описываешь уже старые времена, Лех. Сейчас говорят, пойдем, может, давай обсудим этот момент. Сейчас вот так говорят. «Да я тебе сейчас ебало разобьюсь». Это мы тоже можем обсудить. Вот. Так и начинается диалог.